задачи выставки какие? На мой взгляд, это показать возможности и достижения зодчих нашей области. Показать нашу географию, ну, наши работы авторские, творческие. Я считаю, что творчество – это основной двигатель, драйвер экономики и развития. И поэтому то, что мы сегодня в это непростое время, да, выставляемся в таком объеме, и вы сами можете увидеть, какие разнообразные работы, это говорит о многом. Традиционно выставка проходит раз в два года, и всегда как бы идти вот с таким подъемом, все идем, смотрим, что за это время что-то родилось нового. Вы знаете, что наша область лидирует по темпам ввода жилья, и мы все понимаем, что он необходим не просто квадратный метр ради количества, а чтобы это, во-первых, было качественно и очень красиво. При всем уважении к строителям, они делают очень хорошую работу, но без работы архитектора, конечно, такие красивые вещи не создать. Сейчас очень серьезные задачи ставит президент, правительство, губернатор по системе терпланирования. Сегодня, вы видите, растут новые микрорайоны, идет пересмотр вот этих земли под застройку, перевод земель из категории в категорию. Как правило, здесь, конечно, вот эти новые стройки, они должны быть стройками уже следующего века. И хотелось бы, чтобы прошло 10-15 лет, они отвечали современным требованиям.